Лавка только открылась, а желающих приобрести сочную и ароматную рыбку уже целая очередь. Все дело в качестве. Коптят камчатские знатоки на натуральных, ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Это позволяет удержать исключительно полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А, которые так необходимы организму, особенно сейчас. Я купила рыбу чавыча и теша. Я жила на Камчатке 3 года, поэтому я знаю эту рыбу. И каждую ярмарку я беру эту рыбу. Мне она очень нравится. Вкусная, хранится долго. Если не покушаешь, в холодильнике несколько месяцев может лежать. В общем, рыба очень вкусная и давно знакомая. Доставляют деликатесы с нетронутого цивилизацией Камчатского края до прилавков без использования заморозки. Это позволяет сохранить богатство микроэлементов и утонченные вкусовые качества, которые оценит каждый любитель рыбной продукции. Продегустировать и приобрести лакомство к праздничному столу можно на новогодней ярмарке.